Фиксирую, как мы добираемся до Янгиабада. Слушай, а почему так все здесь красиво? Большой базар барахолки, но можно иногда найти полезные вещи. Особенно совкового производства, то, что вот, извините, с ним так и не сыщешь. Не сыщешь. Не сыщешь. А это как? Он раньше всегда был, да, Янгиабад? Да. Но его перестроили. Из-за того, что там проходило метро, новую дорогу вытащили. Поэтому все, что не перестроили. Но в целом он остался почти неизменным. Ну что ж, моя любимая фраза, ну что ж, посмотрим. Ну а что тут смотреть-то интересного? Но мы увидим. Что, мы вошли в рынок, да? Удобно, хотя могу не дать. Я перерывал. За пять. Я здесь. Что там? Ну то есть это обыкновенный блошиный рынок, да, здесь? Что-то практически... это вроде, да. Все здесь есть, я смотрю. Все не новое, да? Есть новые вещи абсолютно. Да? Прикольно здесь. Так, сейчас мы отдельно тогда снимем птичий рынок. Это меджи, да? Да, чеканка, смотри, какая. Прикольно. Ты у меня спроси, надо снять? Можно снять? Нет. Ha ha ha!